Омский МЧС не подтверждает информацию о том, что в регионе произошло землетрясение. Накануне на севере области якобы были зафиксированы толчки. По данным венгерского сайта, который мониторит сейсмическую ситуацию в мире, в Знаменском районе Омской области рядом с деревней Князевка наблюдалась сейсмическая активность магнитудой почти в 5 баллов. Однако региональное управление МЧС информацию не подтвердило. Омская область расположена на западно-сибирское равнение. В частности, Знаменский район расположен на низменной болотистой местности. Для данных территорий не характерны сейсмические явления. И единая дежурно-диспетчерская служба района, Знаменского района, не подтверждает информацию о землетрясении.